Всем привет, друзья! Вы на канале Бухай ТВ. И, друзья, сегодня у нас на обзорчике ром Бакарди. Карто Бланко. Что хочу сказать? Это чистый ром, чистый ром. Чистый ром, конечно, не принято пить в чистом виде, так как мы будем пить, но мы будем, друзья, его не мешать. Не принято пить его в чистом виде. Это, по факту, самогон двойной перегонки. Ведет в основном в коктейле. Куча коктейлей с ромом есть. Их, как говорится, можно ром-колу мешать, можно куба-либру делать, можно и другие. И лимон, лайм добавить. Да, да, да. Там все. Куча вариантов, можно там... чем угодно. Вот, грубо говоря. Самое больше это с ромом, это вот именно техника. Да, 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 да. Вот, что хочу сказать. У нас литровая бутылочка, белая этикетка, стандартная, как говорится, летучая мышка. Мужик катит бочку, на бутылке нарисовано. Куча наград у Бакарди, потому что это ром реально известный. Один из самых лучших в мире будет Бакарди. 40 оборотов. Объем литра с 1862 года. Ну вот на бутылке выдавлено. На бутылке выдавлена летучая мышка. Ну, тут тоже автограф. Так, что-то с под этим. Тут тоже летучая мышка. Ну, Бакарди это известный бренд. Это бренд, как говорится. Тут уже ничего не скажешь. Как говорится. Давай открывать. Будем пробовать. Ну, по запаху чувствуется спиртозность. Что тут сказать? Вот. Ну, как говорится, то самогон делается с сахара, а это самогон делается... С сахарного тростника. Что хочу сказать? Запах. Понятно, что будет запах, потому что это 40 оборотов, алкогольный напиток. Это не водка, чтобы она была мягкой. Это как бы он создан для того, чтобы чем добавить его, чем замешать. Да. Разбавлять его. Конечно. И он двойного перегона. Чуть-чуть липковатый, капелька попала, липковатость. Ну, белый ром чуть-чуть слаще, чем остальные, потому что это чистый ром, получается. Без всякой бочки дубовой, без всякой выдержки. Без никаких там... Да. Ну что, давай, за встречу. Да, за встречу снимем, пробу. Ну, я считаю, нюхать его... Никакого запаха нет. Нет, есть спиртозный запах. Ну, наверное, такого именно... Противного нет, но все равно запах спиртозности есть. Ты скажешь? Неплохо. Даже вот некоторые водки даже не дойдут, да? Угу. Так, что хочу сказать? Скажу честно, не фонтан ему пить в чистом виде, но и неплохо. Вот некоторые, вот я ждал твоего Юрия, что ты скажешь. Реально ты правильно сказал, что некоторые водки будут намного хуже. Конечно. Намного хуже. Но мне как-то он вообще не прогрел, вообще как-то, ну, если тут бывает водочка некоторая дает тепло в душе, а он как-то зашел неплохо, вкус, конечно, ну, самогонный вкус немножко присутствует, ну, это дистиллят снова же. Ну, а так такое, вот по этой рюмке, не поругать, не похвалить называется. Говорят, что вот ром, это такое, да. Пугают ром, ничего страшного, ничего тут нет, ничего, в чистом виде, нема ничего такого особого. Ну, знаешь, вот я скажу больше, вот, может, я не прав, не поругать, не похвалить. Вот как-то у меня вот первая рюмка зашла, не поругать, не похвалить. И хорошего ничего нет, и плохого ничего нет, да, вот. И да. привкуса никакой нет, просто вот бывает пьешь, то спиртом, а то здесь их как бы и спирта нету, но он присутствует. Да, тут как-то да. И чувствуется такой дистиллят, чувствуется. Так, друзья, мне писали, друзья, типа, ты бате, типа, себе первому наливаешь, бате второму. Друзья, какая разница, кто кому первый наливает, чи бате я, чи себе, мы как бы все равно будем пить это вместе, как бы этот. Мне просто первую рюмку удобнее наливать, я так вот пошел. Если отсюда, то мне неудобно идти, а если вот оттуда как-то... Кому как удобно, да, так да, и да. Мне так удобнее просто. Ну что, давай, ром-колу или ром с соком? Что ты хоть больше попробовать? Давай ром-колу, потом давай, уже ром давай. С соком, так что. Друзья, кока-колу берем. Ну, как мешают в основном
такие напитки. Это либо один, ну, один к одному можно, конечно, делать, но это будет, конечно, ну, крепенько, потому что 40 оборотов. Можно два к одному, ну, два колы, один этот. Девочкам можно один к трем делать, но, друзья, это напиток, как говорится, опасный, потому что кока-кола, она сладенькая, она вкусная. И она с газами. Она с газиками, и она дает, да. И учитывать, что ром у нас тоже 40 оборотов, как бы, и ты, получается, можешь пить, и потом... Ну, ром как спирт, обмачивай. Да. Понимаешь, в чем я такой? Вот я тоже пью. Он его тебя не рубит, а потом такой резко раз, если ты перебрал. А если ты... Давай первый один к трем попробуем. Или давай один к двум первую. Уже вылил. Нет, так я две вылил. Давай один к двум. А потом один к трем попробуем. Один к двум сделаем. В чистом виде, скажу честно, друзья, не фонтан. Его пить не фонтан. Потому что... Я считаю, белый ром, он только для коктейлей, для такого, как бы, этот. Ну, в чистом виде... Ну, ром же есть и 32, и 30, там... Да. Если... Но то есть специальные, что которые уже разбавлены. Разбавлены, да. Чтобы уже... Там уже добавочки, да, именно... Сладость немножко. Да. Вот. А это, как говорится, идет для... Лимончика надо было чуть-чуть выдавить. Друзья, у нас, кстати, год тому назад, у нас обзоры на ром раз в год, друзья. Много кто-то скажет, что... Вы больше пьют, как мне некоторые пишут, вы с батей постоянно водяру глушит. Так я скажу честно, вот водка намного универсальнее напиток, чем тот же ром, или тот же коньяк, или тот же виски. Потому что ты под, грубо говоря, под водочку можешь тарелку супа наложить, кусок сала отрезать и выпить и закусить. Селедочка закусана, да, капусточка, да, квашеная, да, там. Вот. Да, бери стаканчик. Вот. Тогда чуть-чуть. Давай. За встречу. Надо, ну, друзья, лед мы не добавляем, если было бы лето, у меня, кстати, лед... Нет, это охлажденный. Охлажденный, кока-кола охлажденный, да. Ну, плюс зима, друзья, какой может быть лед зимой? А вот это уже вкусно. Да, совсем другой. А вот это уже вкусно. Видите, совсем другой. Лимон лежит, я как-то что-то не подготовился, как-то пиццу выставил. Если сюда знаешь... Еще лимончика, да? Один к трем сделать... И немножко выдавить лайма. Лайма или лимончика, да. Вообще пилось бы, и даже бы не чувствовали, что это алкогольный напиток. А там и так пьется легко. Знаешь, что то раньше было? Ром-кола, да. То ром-кола была, mm-hmm. Потом, ну ты понял, там еще была, как она там еще какой-то... Бренди-кола. Бренди-кола, да. Вот это вот. Да. Вот такой вкус, да? Ну да, вот смотри, вот в начале 2000-х ром-кола была и бренди-кола. Она была реально вкусная. Ты ее покупаешь? Она была такая, ее и брали хорошо. Да, ее и брали, она вкусная была. Сейчас я когда-то что-то взяли ром-колу эту, я попробовал. Это просто помой. Равносильно, что кто-то добавил краситель и лимонной кислотой спирт. Там кола, в общем... И... Нету ничего. Ничего нету, просто одно название. Да. Поначалу может просто даже там понятно, что ром не использовали, потому что ром дорого использовать. А может поначалу просто спирт более качественный использовали, более качественные добавки всякие вкусовые. Ну ты понял там. Я понял. Вот. А сейчас просто это используют. Как по мне... Давай сейчас еще один к трем попробуем. Нет, давай. Сначала допьем. Да. А то мы их вышли, его уже долго пить, потихонечку. Да, не смешало так говорить, да. Вот. И общаться, это как, знаешь, ну, сидишь там в кафе или в баре, сидишь понемножку, за вечер пару бокалов выпил, не обязательно нажраться. Конечно. Вот это к чему мы говорим. Это. Вот. И знаете, и могут и мужчины пить этот напиток, могут и дамы пить, как говорится, этот, как бы, ну, универсальный напиток. Хорошо, очень хорошо. Видишь, именно ром идет для коктейлей. Он в чистом виде, мы попробовали его. Он, как говорится... Никуда не сюда. Ни рыба, ни мясо. Да. А вот именно пьем и коктейли, совсем другое дело. Да. Вот видишь, он создан, правильно чего говорит, вот чего. Это, может, какие-то люди делают, люди напитки делают. Люди туда. И оно очень приятно, да. Можно там какой-то там добавлять... Можно сок добавить. Да. Вот, и соком это. Можно и сок, знаете, и сок, и какой-то водички добавить, и какие-то соки добавить, и какой-то фреш, и какой-то другой алкоголь, как бы, ну ты понял, сейчас как бы вариации коктейлей много. Знаете, там 30. Да, очень много. 30 грамм там этого, например, рома, там 30 грамм того, 30 грамм того. Ну, как бы, друзья, у нас, когда будет бар, уже мы будем с батей готовить тоже коктейль. Уже это, друзья, так, чисто.
много кто просит, типа, снимите обзор на ром. И мы решили, как говорится, с тобой снять. Вот. Ну, хороший. Вот. Он и создан для коктейля. Вот и он именно, и правильно, его, у вас в баре человека стоит, пришли к нему гости, к примеру, он взял, там сделал, как говорится, коктейли сделал, сели люди, посидели, пообщались. Это я, друзья, заморачиваюсь, один к трем мешаю, ну, это один к трем, один к трем. А там уже на глаз. А это можно все на глаз сделать, как бы, лить, это просто я, ну, не хочу, как бы, чтобы перебарщить, хочу, чтобы было более этот. А так, на глаз плеснул там и... Хорошо. Кто, друзья, кто-то любит более крепкий, тому, знаете, больше себе кока-колу льет. Кто-то любит менее крепкий, как говорится, кто-то любит больше кока-колы добавит. Вот. Вот. Ну, я считаю... Это отлично. Ну, давай сейчас вот третью выпиваем, ставим оценку. В принципе, я уже готов поставить рому оценку. Поставим две оценки, как ром в чистом виде, и как ром мешанный, как говорится. Потом соком мы сделаем и соком. Ну, это уже как бы я уже с оценкой определился. Ну, друзья, вообще красиво. Так можно сесть, смотреть, например, футбольщик. Ты попробуй укус. Мягко, укус-то вообще хорошо. Ты пьешь это. А запаха вообще, вот Кока-Кола убрала запах алкоголя, запах рома. Это если еще лайма добавить немного. Да, если бы еще чуть-чуть кислиночки добавить бы. Вообще. Не. Да, кстати, можно не пьющих спаивать. Вот. Начать 1:4? Да, 1:4, да. И он так штуки 3 кинет. Ну да, да, да. И хватит ему. И будет достаточно, если человек не пьешь. Оно с газами. Ну да, да, да. Плюс еще и алкоголь, как бы 40. 40 оборотов, это, друзья, 40 оборотов. Оно свое берет. Да, оно свое берет. Если у пить там 4 оборота, есть там 6, есть 7, там, ну, какая разница там, зависимость. И то, но понемножку. Ну, конечно. Конечно. Вот. Ну, пьется реально легко. Вот. Легко. И оно холодненькое. Да. Я себе еще литку кину сюда, совсем другое. А если, знаете, друзья, вот этот стаканчик, я купил стаканчики с крышечкой, кинуть литку, налить рома, немножко туда кусок колечко лайма или лимона кинуть, залить кока-колу, трубочку. И по городу идешь. И пошел по городу, да. Идешь, пьешь, как бы этот. Да. И никто, и ты будешь и подбухивать, и никто этого не заметит, Даша. Так вот, да. Да. Давайте. Вообще прекрасно пьется. Друзья, у кого нету рома, купите обязательно. Можете ром покупать дорого. Я 600 гривен дал за эту бутылку по скидке. Можете ром заменить боярышником. Как много берегу же этот, как многие пишут, типа, этот, ну она уже, конечно, друзья, она уже у нас чуть-чуть, вот, не, вот, разрез. Ты хочешь разрез на новом месте сделать? Не, я думал, что оно уже порезано. Оно... Ну, на 8 кусочков, оно стандартно. Там на 8, на 7 режут. Ну, как говорится, пока батя кушает, я дам вердикт, алкоголь еще допью. В чистом виде я поставлю рому 7 баллов. Почему, как говорится, 7 баллов? Почему 7 баллов? Его не противно пить. Ну, мне не понравилось, скажу честно. Вот. Потому что он предназначен для другого. Он предназначен для коктейлей. Для чистого 7 баллов, я считаю. Потому что говорит, что 6 баллов там, или там еще что-то. Говорит, что там ром плохой. Ром хороший. Ну, 7 баллов. Это хорошая оценка. Ты со мной согласен? Да. В коктейльном виде 10 баллов, 10 из 10. Друзья, некоторый алкоголь надо и применять по его назначению, да. Как говорится. Вот коньяк хорошо пить с коньячницей, чтобы он подышал, понюхать коньяка. Вот виски взять, чтобы оно подышало. Водочка хорошо, когда ты рюмочку холодненькой водочки, такой мягенькой, как мы с тобой под солянку пили, выпил рюмочку холодной водочки, огурчиком там, чи грибочком, чи этот... Чи еще чем-то закусил таким, знаете, закусочным, как говорится. Или там даже картошечкой с пюрешечкой, там, с котлеткой, как бы. Вот каждая еда под свой, как говорится, это. Как тебе пицца? Отлично. Ну, ты сегодня взял в другой пиццерии, вот. А Цезарь тебе понравился? Нет.
Плохая, да? Не, она хорошая. Ну, она там салат, там курица. Капуста мне не понравилась. Капуста, в общем, надо капусточку убирать, а они вот там взяли, как бы хлеб проложили. Я за это разберусь по поводу. Не, ну, она нормальная, но все равно мне, я люблю больше такое. А мне теперь сейчас тонко давать чи нет? Говори более-менее. Я сегодня... Я 10 баллов поставил в этом, ну, в смешанном виде. 10 из 10, потому что это идеально. Мягче и лучше. Можно за счет лимона сделать. А кто виноват, что я не порезал лимон? 2 лимона, даже 3 лимона лежит в холодильнике. Кто виноват, что я их не порезал? Ну, конечно. Да. Никто виноват. Я виноват. Но оно и так хорошо, без лимона. А если был бы лаймик? Вот знаете, друзья, лаймика добавить, литку еще сверху. Ну, конечно. И вообще будет красота. Ну, я хотел поставить 7 баллов. Но ты меня опередил немножко. Да что? Я поставлю 8. Ну, это за чистый вид, правильно? За чистый вид, да. Я тоже хотел поначалу 8 поставить, но... Ну, нет, я хотел 7, но я поставлю 8. Потому что уже так никак одинаково меня не должен ставить, а? Ну, да ты можешь ты одинаково ставить, какая разница, мы с тобой как бы... Ну, а я тебе скажу одно, хотя мы ставим по 10-бальной системе... Вишневый сок, друзья. По 10-бальной системе ставим, но я ставлю 11 баллов. Очень хорошо, очень хорошо. Не, я серьезно говорю, потому что я, конечно... Где попало оценки, я не ставлю, как попало. Если я сказал, что я знаю, что там 7, 7. А вот именно вкусовое качество вообще, оно... Знаешь... Оно дает вообще приятно. Напиток для компании, напиток для души, напиток для общения, вот. Вот смотри, коктейль мы делали с тобой, с виски делали, так? Да. И вот с Ромаса земля и небо, разница... Очень большая разница. Слушай, я считаю с виски делать мешанину. Это да. Да, перевод только виски. А вот именно ром, оно да, идет, да, он да. Для этого дела идет ром. Виски сам по себе очень хороший. У нас, кстати, стоит литровый. Друзья, вот пишите, почаще снимайте батю. Я сегодня, кстати, друзья, сегодня с Олегом по видеосвязи разговаривал. Сегодня с Олежкой я поговорил. Подари салфетку. С Олежкой разговаривал сегодня по видеосвязи, друзья. С Олегом поговорил. Олег себя хорошо чувствует. С Олегом все хорошо. Потому что за Олега писали много, кто переживает, спрашивает за Олега. С Олежкой все хорошо, слава богу. Кто же хочет уже сниматься со мной? Тоже смотрит меня, тоже смотрит. А подай мне руку, тут неходка начинается. Сейчас чуть-чуть да, водички. Прошу прощения, друзья. Это вырезать не будем. Я чуть-чуть так. Последние дни бывают, на эфирах вот так тоже. Я чувствую, что и котка начинается. Мы пьем болотную минералочку, пьем, я называю болото. Это самая лучшая на хорошая вода, да. Она с оливкой. Да. Не, рекламу нам нельзя давать, мы рекламу не пьем. Да. Хотя я ты воды покупаю, я сейчас с крана, ну, воды мало пью, ну, с крана. Хотя у нас в Путиле вода чистейшая, мало пью. Как-то привык уже в Киеве к минеральной воде. И постоянно покупаю себе там бутылку на день там, ну. А я в Киеве беру воду простую, ну, когда можно, я беру в магазине, там как вода трех видов. Серебряная вода там есть. Понюхай. Я слышу, а это вообще бомба. Пахнет, немножко чувствуется ром. Ну это один к двум, мы еще один к трем сделаем. Это вишня. Не. Ром чувствуется, все равно через вишню. Не, я говорю, вишня, пьяная вишня называется. Да, пьяная вишня, да. Так во Львове это национальное, как говорится, достояние. Так во Львове там заходишь, там аж и с хреном, хреновуху тебе. Не, ты не понял. Есть пьяная вишня, я когда-то хотел ее взять, нам с тобой настойка 18-23. Да, есть. Там еще вишенки, но она стоит за литр 600 гривен. Я просто смотрю. Мы можем сами сделать. Поэтому я ее не взял. Я просто смотрю, думаю, мы сами можем сделать такую наливку, как бы это. Ну давай. У меня друг Коля Полозенко, который всегда делает, берет водку и вишенку. Николай Григорьевич. Николай Григорьевич, косточки выкидает и кидает эту. Ага. И она у него наставилась дня два, потом угощает. Ешь, она свежая вишня, да, да, она да. Наставилась. Ты попробуй, по чуть-чуть попробуй, да. Чуть-чуть больше надо было тебе так пару кусочков сделать. Не, я хорошо слышу. Это даже лучше, чем с кока-колой. Такой тебе теркость такая получается приятная на языке. Да. А как у то, знаешь, вот черный. Да. Или типа как у то, помнишь, как джин пьешь, вот тут от джина вот тут в горле такая теркость тоже. Да.
Очень хорошо, очень хорошо. Но я считаю, это очень хорошо. Напоминает, помнишь, вишня, водка, тут эти, там где-то ромковые были. Да, да. Было какая-то тоже красная, не помню, как она называется. Там водка лайм выходила, потом еще. Я помню, выходила. Виски, вишня, что-то такое было, помнишь? Что-то? Ну, оно приятное было такое. Да, да, да. Поначалу оно было приятное, сейчас оно, конечно, все ну, да. Плохое, да. Оно не плохое, просто перевелось немножко. Плохое. Потому плохое. Что сейчас но новые укусы, новые стандарты пошли, и по новым стандартам оно получилось уже... Я считаю, новый стандарт... Ты многовато налил этого? Чего? Вишни. Чего? Я же вишни, она очень тяжело. Нормально, нормально, пей. Так что, не, ну а вот, это с вишневым соком, то считается. Так мы сейчас еще один втрём попробуем. Ты не можешь? Нет, мне вишни нельзя. Тебе вишни нельзя? Желудок. Не, так это же не натуральная вишня. Я знаю. Это ж, как говорится, тут от натуральной вишни только картинка. О, прекрасно, мне. В трёхкратном будет еще лучше будет. Намного мягче будет. Но я не буду. Тебе сделать колы тогда, да? Не, мне нальёшь чистого, я чисто попробую. Ну, я чистого, вот честно сказать, вот чистого я как-то и не хочу. Я не распробовал. Не распробовал? Ну, давай сейчас. Именно чистого. Ну, сейчас мы тогда, сейчас допью я. Не, давай. Вот ты допьёшь, и мне в рюмочку плеснёшь, я ещё... Вот я выпью. Давай, смотри, ты с рюмочки попробуй. Давай со стакана, знаешь, со стакана как-то больше этот, ну, больше запах поймаешь. Ну, наливай. Хорошо. А то наливаешь сам, наливаю, а я не наливаю, да? Хорошо. Знаете, я скажу честно, вот эти соки, конечно, это все, конечно, консерванты, там это все... Понимаешь, ну, у него... Пахнет неплохо, пахнет хороший, но запах своеобразный. Вот и не водка. Понимаешь, что какой-то... И не самогон. И не самогон. Да, да нет вот, самогон. Вот. Но хотя это да, по факту да. Это двойной перегон, как бы самогон да. Получается. Тростниковый самогон получается. Но запаха нет, вот такой вот спиртовый запах, но... Да, да, но да. Но он не водочный, понимаешь? Не водочный, да. Вот но... не водочный. И пьешь его, оно и не водка. И не самогон, знаешь, как будто, как называется, дракон, когда водку с самогоном смешают. Да, да, да. Вот. Ну, я, друзья, выпью, как говорится, в смешанном виде. Скажу честно, что-то... Вот как-то... Вот, не знаю, почему-то мне как-то хочется усмешанным. Не хочется в чистом виде пить, как-то не хочется. Не, я захотел... Ну, я... И, может, школу, ну, да, сейчас... школу бы я бы выпил, может... А с этим я... Ну я понял. Не, так мы с колой можем тоже выпить. Не, я уже выпил, и двойной, и тройной. Хорошо. Нет, как вот все равно, вот запах, видишь, такой резкий запах, но он и не водки, такого нет. А я вот так, в принципе, чего. На глаз, не буду еще там. Вот. Чуть-чуть больше, конечно, так или, ну и ладно. Блин, просто сок что-то как-то у меня, вот видишь, уже и на полу, и на этом... У меня диван белый, чтобы главное, чтобы на диван не попало. То, что. Потом оно будет, как говорится, чистить диван. Как бы. Не, химчистка она недорого стоит, но все равно как бы оно неприятно, когда. У меня были случаи, что открывают бутылку вина, наливают целый стакан, я говорю, аккуратно с красным вином. И тупо бутылку переворачивают, и тупо на диван, вся бутылка. Это выходит. Закон подлости называется. Ну это просто капец, так что. Вот. А то как у него боится что-то, да? Да. Так, ну давай, поединай. Ну я тут походу уже один четырем, Таша. А давайте я вот так немножко вот так плесну. Зачем? Не надо. Не надо? А давай так попадем. Оно наоборот, там вот так, ты укус почувствуй спокойный, вот именно такой сладенький, видишь? Вот такой... Попробуй немножко. Вообще, ну, какой я не хочу. А теперь попробуй отсюда. Ну, ты прям... Нет, даже одинаково принимаю. Вот я тебе за это и говорю. Нет, там немножко слышно, чуть-чуть немножко. Не, ну то понятно. Одинаково. Здесь только немножко так, это, теркость и кислинка немножко. Не, ну да понятно, это чистый вид. Да, я сразу. А там это немножко такое спирт, ну там это вообще, такой человек может и не понять даже. Да, вот да. Я. Очень хорошо, скажу честно, очень хорошо с соком. Давай. Я не знаю, сейчас, как он пойдет мне. Я думаю, нормально пойдет. Ну, эксперт. Горло не идет, а дает, в нос дает.
а потом с носа идет у горла. Такое обжигает. Говори, говори. Обжигает, как у то, знаешь, как у то жога. И жога. Угу. В общем, я... Что-то мне в последнее время свет и камера не нравится, вот скажу честно. Я никому, конечно, не рекомендую пить в чистом виде. Не, оно... Оно хорошо, но лучше пить коктейли. Да, да, да. Я в чистом виде попробую. Оно неплохо, друзья. Но неплохо, но все равно я не рекомендую. Но это не водка, это не виски. Это, знаете, хорошо, но... Но оно не то. Не то, да, не то, честно, не то. Вот почему наш канал, некоторые люди говорят, что типа спасибо, что вы там, типа, вы говорите правду так, как оно есть. Если оно хорошее в смешанном виде, но... оно неплохое в чистом виде, но оно и не хорошее. Его не надо пить в чистом виде. Вот пить коктейль. Да, да, да. Вот. Там лед добавлять, там лайм, там лимончик, там вишни, там что, кому что нравится. Кто-то, например, не любит вишневый сок. Честно сказать, я вишневый, как и отец, я не люблю вишню, скажу честно. Но принято ром мешать с вишней, потому что, ну раз принято, то значит, ну а что поделаешь, правильно? Вы, друзья, ну, решили так, как говорится, как классический рецепт, да. Так как люди делают. Я не любитель вишни, скажу честно, не любитель. Я ее вообще не ем, мне как бы этот. Я ни клубнику, ни вишню вообще, ни как бы ягоды, они вообще не нужны даже. Ну, они нужны, но мне вообще не нужны. Да. Вот. Можете использовать другой сок, там, ананасовый, там, виноградный сок, например, ну, яблочный. Ну, кто какой любит, друзья, можете попробовать с вишенкой, а потом уже пробовать. С любым соком, я правильно говорю? Конечно. Вот. Что, тебе сколы еще сделать? Не-не-не. Не? Хорошо. Давай сколы тебе. Я уже не буду. Не хочешь? Что тут? Не, все, я уже написал. Все? Видишь, сколько мы мало выпили. Ну да. Видишь, и уже уже напился, не хочу. Ну да. Не, ну смотри, он... Смотри, он ром. Он... Смотри, я тебе скажу больше. Ты по чуть-чуть кушаешь, мы сидим, общаемся, да. Выпиваем. Я скажу честно, вот мы даже с вишневым соком, с кока-колой, мы довольно много жидкости в себя влили. Довольно много. Вот. Ну, конечно, водка, хорошая водка намного лучше, потому что, я считаю, потому что меня спрашивают, какой твой любимый, какой у бати твоего бати любимый алкоголь? Я говорю, ну батя водку любит, так само. Вода не водка, много не выпьешь. Да. Батя, говорю, любит, давай тебе еще. Не, так мы, ну, финальную, говорится. Или ты хочешь мишенинку? Не, мишенинку не хочу. Тебя чистит тогда? Давай. Ну да. Что твой батя любит? Ну, бате нравится водка. Хорошая. Если хорошая водка, так само, как и мне. С хорошей водкой ничего не сравнится. Виски бате тоже нравится. Потому что виски, он как бы самогон, но чуть-чуть с дубовой ноткой. А, показывает. Чуть-чуть с дубовой ноткой, чуть-чуть со всем остальным. Ну, как бы виски хороший, правильно говорю? Ну, конечно. Да. Батя текилу нравится. Ну, текилу, когда мы пьем, ну, собираемся пить текилу, ну, мы пьем, как бы, я, брат, отец, пьем текилу, как бы, с семьей, как бы. Текила такой, знаете, его самому сесть чисто пить текилу неинтересно. Текила сам такой напиток, ее надо пить в компании. Ну, конечно. Да. Батя пиво сильно не любит. Батя сильно пиво не любит, но иногда со мной может выпить пиво. И можжевельник я не люблю. Джин ты не любишь, да? Да, не люблю. Дима любит, кстати, джин. А я не люблю. Мне вкус, он хороший, но мне вот этот сам прикус самого этого, это такой... Хвоя это, да? Не, вот знаешь, это... Как помнишь, нам когда с тобой давали водку, по-моему, давали, или мы... Сосновая какая-то там была, помнишь, была там? А, когда-то... Ну, да-да-да, было. Да, было, как мы тогда пробовали. Она не поганая, она хорошо пьется, но она слышно хвоя, как у то. Да, да, да. Это как у то, это ты понял. Вот, друзья, вот так как-то так. Пиццу я не пробовал, скажу честно. Я как-то перед съемками зашел, взял небольшую порцию салата, 200 грамм, она там недорого стоит. Я просто поел уже перед порцией, это так, ну, поставил, чтобы картинка была хорошая. Мне он пишет, что картинка у вас хорошая. Ну, и чтобы отец там как бы приехал, как бы с дороги перекусил немножко, вот. Потому что, ну, конечно, да, понятно, что пока мы там выставлялись, пока приехал. Она остыла, да. Не, я чуть-чуть, я заказал вовремя, автобус у вас долго что-то ехал. Да, долго. Я заказал, а мне, получается, с остановки позвонили, я заказал. 30 минут готовился заказ, и получается этот, ну, пока... Не, гляди, такой номер ты еще не видел. Едет автобус, мы поднимаем руку, останется автобус, угу. Открывает двери. Угу. Мне вас некуда посадить.
Мы мешками заружены. Мы сами такую ловушку сами заедем. Нам еще на Князевку заехать надо. Ну зачем ты становился? Ну да. Показать, что у меня твоя машина вот его заружена. Рассказать мне, ну зачем ты? Ну... Я вас не взял, да? Не, не взял. Я говорю, едь, вот дорогой товарищ. Нет, зачем ты становился? Если ты едешь, ты тебе виноват, ты занят, ты едешь куда-то. Зачем ты становился? Показать, что ты... Показать, что там нету места все. Что места не показать, да. что я, мол, такой, ну не хочешь, ты едешь. Ну, нет, это ничего. Так, то есть... Вот если мои ребята с рейса ехали, а мы стоим с сумками, они рукой махнули и сказали, что ну, до рейса едут, мы едем до рейса, вам от рейса мы не можем вас довезти. Да. Люди дали понятие, что вы на автобус садитесь, вы до дома доедете, правильно? Ну да, все верно. Ну, автовокзал у нас через дорогу. Да, через дорогу. Так, друзья, подписывайтесь на канал Бухай ТВ, друзья, ставьте лайки. Пишите обязательно, друзья, комментарии, на комменты мы ответим, друзья. Также, друзья, подписывайтесь на мой второй канал Павел, ссылочка внизу в описании. Также, друзья, подписывайтесь на мой инстаграм, тоже ссылочка внизу в описании. В инстаграме общаюсь со всеми. Внизу будет две моих банковских карты, Приватбанка и Монобанка. Скидывайте, как говорится, кому есть возможность, у кого есть возможность, на обзорчики. Как говорится, лишняя денежка нам не помешает, потому что сейчас все дорого, алкоголь дорого, продукты дорого. Мы создаем шоу, создаем контент, как говорится. Что-то сами зарабатываем, что-то благодаря вас создается, как говорится. Конечно, да, конечно. Вот. Как-то так, друзья. Вот так что. Я сказал все. Ну давайте, друзья, всем мира и добра, всем удачи. А тебе, гляжу, Ром, в чистом виде. Пират уже ты стал уже тоже. Не, я анархист, конечно, но. Ну, сейчас пойдем. Не, а пират это есть анархист, это. Ну да. Флаг одинаковый. Флаг одинаковый. Что там, то такой. Веселый Роджер. Веселый Роджер. Ты что там одинаковый? Я что за шутим говорю. Я говорю, пират. Ну да, анархист, как бы. Ну да, у анархистов пиратов флаг одинаковый. Я в шутку же. Я же не в шутку, они тоже люди, по-моему, вот что-то понять по-другому, но я ничего не понимаю. Просто как бы мы юморим. Ну флаг-то одинаковый, что у анархистов, что у пиратов. Не, мы шутим, мы не пираты и не анархисты, так что. Хороший, знаешь, такой напиток, очень хорошо посидели, пообщались. И мало расходов. Да. Вот такой, знаешь, общительный напиток. Общительный. Вот так вот на компанию, хорошую компанию, пару бутылок взял, и больше ничего не надо. Ну вот и смотри, как полетело, вот, вот мы с тобой тут, нехай рам 300 выпили. Ну, не, а если бы коктейль сидит, там, там, конечно, ну, пойдет, конечно, на. На другое, там... Знаешь, коктейли делать, это там, ну, это если компания и все остальное, там, ну, ром хороший напиток. Ром, очень хороший. Да. Ну, кстати, в США после водки ром стоит на втором месте по покупаемости. Американцы любят с колой пить. А вообще это виски, они любят виску там. Не, они больше водку пьют. Нет, да, сейчас уже на водку все перешли. За хорошую водку. Хотя в некоторых странах водки нету, там гонят самогон и пьют, и слава богу, все нормально у них. У них это, выпивай. У них это очень сильно развито. Как говорится, этот... Ну, молодцы, знаешь, как говорится. С другой стороны, хай делают больше разного алкоголя, нам с тобой будет больше чего обозревать. Всем, друзья, пока, всем мира, всем удачи, всем, как говорится, всего самого хорошего.